Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Мария. Привет. 39. А вы первый раз на мюзикле? Да. Вообще на мюзикле первый раз. До этого ничего не видели? А скажите, на чем вы добирались? Метро, пешком. Вы можете по-другому ответить? Но мы пытаемся рекламировать трансфер, сказать, что вы приехали на трансфере, вам понравилось. Скажите, пожалуйста, а на чем вы добирались? На трансфере. Очень удобно. А от какого метро? Метро Петроградская. Чкаловская. Еще раз сначала. Скажите, пожалуйста, а на чем вы добирались? На трансфере. Очень удобно. А от какого метро? От метро Чкаловская. Вам все понравилось? Все было здорово? Все было здорово, все замечательно. Скажите, а вы на чем добирались сюда сегодня? Пешком от Чкаловской. Приятная прогулка по Петербургу. Слушайте, а вы можете по-другому ответить? Я не могли бы вы сказать, что вы доехали на трансфере, что вам очень понравилось? Давайте я снова задам вопрос. Скажите, а как, на чем вы добрались? На трансфере, который идет от метро Чкаловская до МДЛДМа. И как вам понравилось? Да, замечательно, очень удобно. Какие были автобусы? Очень хорошие, чистые, замечательные, светлые, новые. А какая марка? Вот этого я не знаю, честно.